21 век – эпоха робототехники. Доступ к современному роботизированному оснащению получают не только городские учебные заведения, но и сельские. В коммунальном государственном учреждении общеобразовательная школа лицей имени Абая кабинет робототехники был открыт в 2016 году. Там проводятся инновационные уроки. Талантливые дети имеют возможность участвовать в республиканских конкурсах. Робот может выполнять без помощи человека определенные функции. К примеру, есть готовые программы движения мотора вперед и поворота. Учащиеся наблюдают за этим процессом, внимательно прослеживают весь путь робота и выявляют ошибки. Во время таких занятий без знания законов физики и математики не справится. У робота имеется карандаш для чертения. Ученики сами собирают элементы, при помощи которых он поднимает и опускает карандаш. Всего за 6-8 минут конструируется готовый робот. Эта техника развивает навыки мышления и вычисления. С прошлого года я участвую в олимпиадах по робототехнике. В прошлом году занял второе место. Нынче на областном этапе республиканского конкурса занял первое место. Моя цель – выиграть в республиканской олимпиаде. Я не один участвовал в этих соревнованиях. Ученик по имени Ербалат Рахатулы тоже занял первое место. Развитие IT-технологий требует ускоренных темпов их внедрения в учебную программу. Школа-лицей имени Абая – одна из первых в области, где появился кабинет робототехники. Особый интерес он вызвал у мальчиков. Первые 5 роботов нам подарил университет Шакарима. Мы с этим университетом очень тесно сотрудничаем. Их преподаватели к нам приезжают и проводят инновационные уроки. В 2016 году получили еще 7 комплектов роботов. В этом году еще 7. За счет школьного и районного бюджетов. В общем, у нас сейчас 19 комплектов. Дети с 5 класса занимаются в кабинетах робототехники. Мы их называем IT-классы. Также в школе села Караул действует кабинет Мангалик-Ель. Здесь представлены мысли и идеи главы государства Нурсултана Назарбаева по вопросам образования и науки, задачи, поставленные в послании народу страны, а также информация об истории становления независимого Казахстана. В этом кабинете проводятся различные воспитательные мероприятия. На уроках информатики подрастающее поколение с интересом узнавало новое о компьютерах. Теперь прогресс пошел дальше. Школьники с увлечением занимаются на уроках робототехники, при этом уже показывают хорошие результаты, говорит директор учебного заведения. Сейчас ребята готовятся к республиканскому турниру. Проводятся уроки «Я инженер». В этих интеллектуальных классах дети познают новые технологии. С 5 класса 370 детей на этих интеллектуальных уроках обучаются мини-инженерии и робототехнике. Дети получают знания, соответствующие современным требованиям. В целях оснащения робототехникой сельских учебных организаций региона в рамках акции «Минэн Мектебэм» меценаты оказывают спонсорскую помощь родным школам. Теоретическое и практическое обогащение знаний школьников будет способствовать выбору профессии и развитию индустриальной отрасли страны.